актер после того, как жена ушла к его лучшему другу, не готов к новым отношениям. Антон Богданов вместе со своим лучшим другом Станиславом Тляшевым вместе учились в Пермском институте культуры. Известность к ним пришла после того, как они прошли пробы в Comedy Club. Затем им предложили сняться в сериале «Реальные пацаны». Антон сделал предложение своей девушке Полине, с которой до этого в гражданском браке прожил 8 лет. После у пары родился сын Демьян. В то время как ситком становился все популярнее, между Антоном и Полиной все чаще начали происходить ссоры. Богданову приходилось много работать, и он мало уделял внимания семье. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. У Полины завязались отношения с его лучшим другом Станиславом Тляшевым. Хотя сам Антон не отрицает, что во время гастролей у него случались интрижки, известие о том, жена полюбила лучшего друга, стало для него ударом. Он расценил это как предательство самых дорогих ему людей. В результате в 2014 году пара развелась, а Полина вышла замуж за Тляшева. Поначалу между бывшими друзьями были напряженные отношения. Однако после они стали относиться друг к другу нейтрально ради сына Демьяна. Более того, Полина даже позволила Антону забрать мальчика в Москву. Теперь он живет ради ребенка и работы, а к новым отношениям пока не готов, пишет сайт Дни.ру.